Krista открывается. Viņa Его рука спускается. Ангелы приходят. Исцеление приходит. Свобода приходит. Амин. Амин. Не, не, не потеряй не свою, пазал веру. Пазал свою веру. Не теряй не свою веру. Не теряй свою веру. Возрасти амен. эту веру. Амин. 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 Но ненадолго. Amen. Slavēt, tepat kaut kur paliek, jūs nepazaudēties man. Aleluja. Aleluja mums būs siltums. Jēzus Kristus vārdā mēs sakam, Tēvs, mums ir vajadzīgs siltums. Mums ir vajadzīgs siltums, mums ir vajadzīgs risinājums. Un mēs ticam, kungs, ka pāri vispār kā kārtā atnāks tavs risinājums. Mēs pateicamies tev, Kungs, par šiem logiem. Mēs tev pateicamies, neskatoties risinājumu lietas, ko mēs nespējam saprast. Mēs nezinām, kā tas var nākt. Pārdabiskā kārtā nāk lietas. Mēs tev pateicamies, Kungs, ka viss pārdabiskais nāk dabiskā veidā. Grazīgi. Ar Lienu blakus turpināt, apskatīt to putekli.

Беда, uh, Он на самом деле обещал нам намного больше. еще Павел, Павел говорит, что мы дети Божьи, но мы этого не знаем. Мы еще не поняли, что кем мы будем.

Ту, ты, раз, задаешь, ты слышал такие, такие слова. Ну, ну что он даст мне? Он не может мне дать новую работу. А кто-то может сказать, что он получил работу от Господа. Как ты, как ты веришь? Как ты веришь? Музыка, что же это Бог может дать? Бог уже дал. Сегодня со мной санейс говорил. Он был на молодежной конференции. Рига. в Риге. Он что Он приехал обратно, он говорит, я полон веры. Музыка, я унишим, нам... Я и нам <coughs> молодежи нам рассказали, что Страх надо побеждать верой. На Страх от будущего можно победить сильной верой. И мне сказали 12 пунктов, что уже мне принадлежит. И он хочет прославлять, и он хочет идти и двигаться в этом.

Новые деньги, больше денег, чем на счету. Я, yeah, ну, новые, еще что-то. что-то. Ну, что такое, что меня. И что такое...

она, Алда, она много лет была без Христа. Шарит, ну, рит, шеит, масарис, она сегодня Христу, она благодарила его слезами радости. Капец? Почему? Винси, муга, страдает, Больш, большая часть ее жизни прошла работа, бенз, воспитывая детей. Виру, ja? И Сороси примиряется с мужем.

проклятие, которое <соединяем> было от Бога над Адамом, он, он был, что это было, это проклятие, это было то, что он был отделен <соединяем> от Бога. <соединяем> Если ты ищешь мудрости у змея, Tu aiziesi vēl tālāk, no tu, tu, viņš jau ir aizgājis. Viņam ir jādodas arī uz viņu. Viņa ir ceļā uz to jau kristā. Viņa figūda daudzputniņa virsrakstā. Viņa sastopas ar kristu. Viņam ir arī kristāla apgleznošana, ko redzams ripsaktas, un dievs izved cauri daudzām grūtām ilēmēm. И Бог провел через трудные долины.

Откуда вообще не ожидаешь? Но, Откуда этот человек понял, что у него нет денег? Но, И никогда не было желания дать даже 10 лат, а тут то, перечисляет 100. Потому что Божья благодать, Божья Apstākļi, kā viņi cieta, apstājās, jos skāraudās. Kad viņi grūzās, apstājās. Viņi iekšā mīnājās. ticībā uz Dievu, ka viņš dos. Tu cīnās ar savu neiticību. Viņš garantēsi savu verzi, jau neitsim uz visiem stūrainiem, bet viņš aizsignāja monētu. Тогда Алда работала с понедельника по пятницу. Ну, тыргу, вы на, на не but... izināja, Те, кто брали, шли покупать рыбу, они знали Алду. Она работала и в субботу. И было зенка, случай, что Саня так говорил. Что она даже в воскресенье работает. Она ничего не знает больше, как только работать с утра до вечера. Это за минимальную зарплату. и И работу делать перфектно. Un šodien viņai vairāka nekā minimāla alga. Viņai ir dievs, viņa ir booga, viņa ir skumja uz lopām, viņa ir lietu, viņa ir daudz no sevis dāvā citiem ana, un saviem mazbērniem. Viņa var vnukam. teikt, ka es, es, esmu pārtikusi. Ja, nu, 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 varbūt viņai viņa nav trīs jīpa, bet nu, viņi ir trīs džipā. Cik cilvēkam vajag? Viņš ir, es, manī, neviens nekad nav tik daudz ar rauti, autiņiem vadījis dzīvē, kā tagad. Ar viņu to nekad nav tālu no mašīnām, viņa tā kā časta ir monēta, kā tagad. Ar viņu to jau tagad ir audio. Turpinās viņa mašīna. Tikā viņa mašīna. Tās ir ģūdas, kuru viņš ir. Es vienkārši tā pieņemtu, es paņem, varētu teikt, ka tā ir katra cilvēka. Es vienkārši tā šodien mums iznākusi tāda saruna, tāpēc, ka <todicībā> tā nav. Viņam, protams, tā kā ir jutība, ir arī tāda uzvara. Tikā šādi stāstus par katru minēju. Ticība Dievam ir jāpieaudzē. Mēs esam radīti šeit, kurām ir šīm attiecībām ar Dievu. Mēs esam radīti priekš attiecībām. Tu saproti, tu esi radījis, lai tev būtu attiecības ar Dievu. Tu saproti, kas tev bija bija attieksme pret Bogu. Un ar to, kas tev nu, blakus, kāds tuvākais. Ближним, Z, ir tuvākais. Es kā gribēju to blakus. Nevis, nu, tas nu, nu, ir tāds cilvēks, kas tev kaut ko dos. Ja es tādēļ ievietoju, kurš tev to tad iedod, tad tuvākais bija kurš.

Ja tu хочеš būt blīzākam, ej un skūpstā vēlies aiziet uz rānu. skūpstā skriet, skūpstā dodas vēl vairāk. neapstrādāj, jau tur neko nestāst. Dievs ir darījis par avotu. Viņš jau barakstīja to jau iecerēju, skūpstāvoties uz vētām, jau turim stāstījis. Savu, nu, varu, savu и наша наша здравоохранительная система так хорошо работает в это время, что это настоящее время, чтобы Бог мог показал, yeah. прославился и yeah. показал свою власть. Аминь, аминь. Как приходит исцеление? Vi

под как кровь uh, выходила, тогда уже... Uh, ну, стоял, ну, дзеданат, ў, тас, тьон, это Это для нас, это исцеление крововой системы уже. Потому что он пострадал за тур, нас. Эрщикрос, тур, У него была эта корона из uh, терней, и это опять свои вещи, которые... Исцелят... Урава, Сара. Его били этими плетками и вырывали куски тела просто. Это свои Vi опять. Имiedura, ви ему кололи, все ему сделали. Ну, кости, кости. В, в, эти Un, teic, ретас, И в Библии сказано, что в его uh, ранах мы исцелены. Когда у нас будет теплее зал, тогда мы сделаем длиннее служение исцеления где мы будем говорить больше об этих вещах. Но Бог не может исцелить людей, которые не верят. Поэтому в одном зале сидят много людей. Сегодня не очень много. И на больших собраниях сидят много людей. Ne visi dziedinās. No Citi dziedinās nedaudz vēlāk. Kur no jums ir dziedināts? Cits atnāk un apliecina, ka, ja kādā guds Dieva augstībā esat es dziedinājis, to jāsadzirdē. Gribu izceļot, slavēt Bogu. Daudziem vispār bija lielākoties. Tikai tas bija viens no tiem 10% - no kāds atnāk un radzenākts. Один процент это те, которые приходят и скажут, что Бог их исцелил, но остальные не они не приходят благодарить Бога. Они забывают. Это такой человек. И когда говоришь, что этот Бог даст мне, знаешь что? У нас привилегия принести Ему себя. Принести Ему жертву. Слава Богу, что Бог что я могу принести ему жертву, что я могу принести ему свою жизнь, что я могу разговаривать с Богом через Библию и нести людям свет. Но Бог может освободить тебя от многих вещей. Это Он может сделать. И не надо больше мне.